На приеме у председателя Новополоцкого горисполкома жительница 9-го микрорайона Татьяна Машарская. Как председатель ЖСПК дома 94 по улице Якуба Колоса, женщина представляет интересы большинства. В перечне приоритетных вопросов – благоустройство прилегающей к дому территории. Раньше во дворе планировалось строительство нового детского сада. Вскоре реализацию проекта заморозили, и уже долгое время на этом месте жители наблюдают пустырь. Есть на этот счет у жильцов и свои идеи. Их озвучивают главе Новополоцка. Мы бы хотели, как родители для своих детей, немножко благоустроить этот пустырь, чтобы наши детки играли с родителями, с нашими мужчинами, банально, в футбол. И для этого нам нужна помощь. Мы давно уже обращались, где-то года 3 тому назад мы обращались с этим вопросом, с председателями. Но на тот момент этот проект не рассматривался, потому что там должно было быть строительство. На данный момент я считаю, что рациональным рассмотреть данный вопрос. Внесла женщина предложение, касающееся благоустройства не только территории Новополоцка. Как к сенатору Дмитрию Демидову поступило обращение о благоустройстве пляжей для отдыха в агрогородке Клясти Сарасонского района. Этот вопрос, так же, как и другие поступившие в этот день, глава Новополоцка взял на контроль. Традиционно основная тематика обращения граждан – это вопросы ЖКХ. И сегодня в том числе пришли люди с вопросами по эксплуатации жилищного фонда, по необходимости проведения работ, по устранению определенных недостатков. Эти вопросы, наверное, как повседневная жизнь наша, там они всегда будут возникать. Ну, я надеюсь, что наши службы также будут оперативно их решать. В целом, в первом полугодии 2021 года в Новополоцкий горисполком и его структурные подразделения в большинстве поступали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем жители обращались в том числе с вопросами по работе общественного транспорта. В решении вопросов власти и службы города придерживаются тактики оперативного реагирования. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».